Очередной этап строительства спортивного комплекса в Покачах. Сейчас все силы брошены на внешнюю часть объекта, установку витражей, обустройство входных групп. В течение августа строители должны успеть полностью подготовить здание к внутренним работам. На стройплощадке сейчас трудятся сразу несколько подрядных организаций. У каждой свои задачи. Весь процесс под контролем заказчика и генподрядчика. Новый объект заменит старый. Пространство комплекса будут составлять три блока. В первом – залы для занятий акробатикой, бокса и борьбы. Во втором смогут тренироваться волейболисты, футболисты и баскетболисты. Последний примет любителей фитнеса. Пропускная способность спорткомплекса – 198 человек в смену. Объект возводится в рамках соглашения между правительством округа и компанией-недропользователем. Установить огни, собственно, закрыть контур вообще. То есть, ну, в контур входит еще и кровля. То есть, кровлю полностью закончить и полностью ограждающие конструкции вместе с витражами. Кстати, сегодня стеклопакеты уже приходят, тут на эти витражи будут стекла ставить. Вот. И палы, естественно.